Всем привет, ребята, с вами канал Хеля МЛП. И сегодня у нас будет обзор на пони Чирелли на новом моде. Ну что ж, давайте начнем. Я знаю то, что я должна была выпустить комикс и хотела выпустить его еще вчера, но программа по монтажу у меня забарахлила, поэтому это видео будет без музыки, потому что мне попросту негде монтировать. Я не знаю, когда я выпущу комикс. И я даже не знаю, смогу ли я опять загрузить iMovie. И мне, если честно, сейчас очень жаль, потому что если я удалю iMovie, и если установлю его снова, то у меня просто пропадут все те старания, которые я делала ради комикса. И поэтому, ладно, надеюсь, будет все с программой хорошо, и я смогу без удаления сделать комикс и уже отправить его на YouTube. Что ж, давайте тогда начнем уже Чирелли распаковывать. Итак, сзади на коробочке у нас сидит сама Чирелли в своем кабинете. Это тут рядом с ней Скутау, Apple Bloom. Не помню, как этого называют пони, но я видела его, ну, он тоже есть в мультике, также тут есть Вити Белль. Ну, и, собственно, я больше ничего не буду говорить, потому что я все знаки говорю практически в каждом обзоре. Так что давайте просто раскроем. Итак, что ж, давайте начнем с самой Чирелли. У нее зеленые глаза, шерстка у нее фиолетовая, кутюмарочка у нее в виде цветочков. Ой, так. Ну, собственно говоря, такая же Чирелли, не отличается никакой другой, только копыта у нее одно поднято, точнее, сразу три копыта у нее вот находится в такой позе, так сказать. С другой стороны, у нее нет кьюти-марочки, ну и волосы у нее тоже розовые вместе с таким тоже бледно-розовым оттеночком. Ой. Окей, также с Чирелли, опять постоянно путаюсь, шла вот такая вот голубая книга с оранжевым сердечком. Она не открывается, как видите, тут даже нет таких, как сказать, фигнюшек для того, чтобы открывалась. Сзади у нее ничего нет, такая же голубая книжечка. Ну и, собственно, это все, что нашлось с Чирелли. Итак, что ж, на этом мой обзор подходит к концу. Да, это очень маленькое видео, но я хотела хотя бы что-то загрузить, чтобы, ну, мой канал не простаивал зазря. И если вдруг у меня не получится восстановить iMovie, то комикса, скорее всего, не будет. Ну, просто, ну как, я не хочу тратить время опять на него, это мне было слишком долго, и даже если кому-то озвучивать комиксы прикольно, то я хотела, точнее легко, то я хотела сделать просто все качественно, и я долго монтировала, и не хотелось бы просто, чтобы это все исчезло. Но с другой стороны, если это все исчезнет, то и начинать опять я не хотела бы. Там не очень много комикс сам по 30 минут, и если вы думаете, то, что это легко озвучить, да, но вот монтировать, в принципе, тоже легко, но это я делала достаточно долго. И все же, ладно, что ж, если все получится, комикс будет у меня на канале где-то, может быть, завтра или даже сегодня. Ну, по крайней мере, я сделаю все, чтобы он появился. Ну а с вами был канал Хеля МЛП, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, и всем пока, друзьяшки!